Референдум об ужесточении миграционной политики выявил раскол в швейцарском обществе. В воскресенье больше половины жителей этой страны поддержали предложение о возвращении к системе квот для иностранцев и ограничении численности мигрантов. Те же, кто голосовал против, считают, что политики, выдвинувшие эту инициативу, просто сыграли на страхах людей. Так произошло, потому что люди боятся, что мигранты в массовом количестве хлынут в Швейцарию и отберут у них работу. Мне кажется, это не так. Я проголосовал против, потому что мы живем в сердце Европы. Но, возможно, Швейцария – это своеобразная лаборатория Европы. И то, что здесь происходит, случится по всей Европе в ближайшие годы. Ограничить количество мигрантов предложили националисты. Против выступили правительство и большинство партий, опасаясь, что подобные шаги ухудшат отношения прежде всего с другими странами ЕС. Националисты же аргументировали свое предложение тем, что мигрантов в Швейцарии уже 25% населения, и медлить нельзя. А пока же швейцарская народная партия праздновала безоговорочную победу в Цюрихе, около 1000 человек вышли на демонстрацию, чтобы выразить свое разочарование результатами референдума.